Популярные смартфоны OnePlus 3T и OnePlus 3 получили новую прошивку с версией Hydrogen OS 3.0, базой для которых теперь является Android 7.0. В Китае выпустили локальную сборку на английском и китайском языках. Стоит сразу заметить, что поставляется новинка без сервисов от Google, так что пакет этих приложений придется загрузить отдельно. Еще одна интересная особенность в том, что для любого желающего прошивка доступна через Recovery. Hydrogen OS 3.0 устанавливается с несколькими китайскими сервисами, которые довольно просто удалить. На данный момент пользователи уже отмечают главные плюсы новой системы – повышение времени работы в автономном режиме и возможность записи звонков, помимо других фишек. Вы можете без проблем скачать прошивку, которая займет 1,2 гигабайта с сайта производителя или XDA, где, кроме прочего, выложены подробные инструкции для прошивки с помощью ПК.